Начальник департамента полиции Северо-Казахстанской области Айдын Кабдулдинов провел выездные рабочие встречи с личным составом всех 13 районных отделов полиции региона. Глава областной полиции довел до сведения сотрудников все основные требования соблюдения законности и дисциплины, предъявляемых современными стражами порядка руководством Министерства внутренних дел. В течение прошлой недели глава департамента посетил административные центры всех 13 районов. Проведены встречи с личным составом районных отделов полиции. Основной лейтмотив – строгое соблюдение дисциплины, этического кодекса, а также нулевая терпимость к коррупции. В ходе встреч районным полицейским демонстрировали оперативное видео о задержании бывших сотрудников, совершении ими административных правонарушений. Также доводились основные цели и задачи комплекса работы, проводимой подразделениями собственной безопасности. Айдын Кабдулдинов напомнил, что министром внутренних дел объявлен курс на безусловное соблюдение законности и дисциплины, жесткое противодействие коррупции в собственных рядах, совершенствование кадровой политики и личную ответственность руководителей за нарушение подчиненных. Дал конкретные поручения департаменту собственной безопасности проводить постоянно рейдовые мероприятия, профилактические мероприятия, проведение специальных оперативно-розыскных мероприятий собственными силами. Было отмечено, что для современных полицейских руководством страны и МВД поэтапно создаются оптимальные условия для службы. В этой связи офицеры и сержанты обязаны максимально соответствовать всем требованиям и стандартам для образцовой и конструктивной работы на благо общества и государства. Начальник областного департамента полиции поручил Управлению собственной безопасности, инспекции по личному составу и ряду оперативных подразделений усилить работу по выявлению правонарушений со стороны полицейских области. Если вы возьмете деньги, то вы будете уволены из органов внутренних дел. Если вы не будете вежливо и корректно разговаривать с гражданским человеком, то будете привлечены к дисциплинарной ответственности. Это в рамках интегрити-чек. В департаменте полиции напоминают, по всем фактам противоправных действий или ненадлежащего исполнения служебных обязанностей со стороны сотрудников полиции напрямую обращаются на канал 102 с указанием даты, места и обстоятельств происшествия. Елена Горбань при содействии пресс-службы департамента полиции.